Остров Роатан принадлежит Гондурасу. В нем, в отличие от материка, чисто, нет преступности, все в зелени, красивые пляжи. Остров вычищен для туристов. В магазинах в порту цены неимоверные, так как туристы хотят купить сувениры с надписью «Гондурас». И привел нас в этот раз путь круизный в Гондурас. Сегодня 12 декабря. Судьба привела нас в Гондурас, на остров Роатан, на новый круизный терминал. Здесь нет городов. Здесь есть очень красивая природа. Все зелено. Есть канатная дорога, она ведет куда-то высоко в гору. С корабля я видел, что есть хороший пляж. Так что поедем ли мы куда-то, выйдем на берег, посмотрим и решим. Ночью был сильный дождь, сейчас вроде распогаживается, но еще облаков много. Ну, надеюсь на хорошую погоду сегодня. Со стороны терминала солнце, поэтому я снимаю с этой стороны. Пока терминал я сниму потом. Вот сам терминал. Как красиво все в зелени. Нас встречают гондурасские Деды Морозы. Выходим в город. Чистенько и зелененько. Ага, сейчас. Все очень красивенько. Очень красиво оборудованная площадь. Но цены в магазинах такие. Такое впечатление, что гондурасцы нас принимают за гондурасцев. Что это мы у них. Из Гондураса. Потому что цены в 5 раз больше, чем в других, даже дорогих круизных терминалах. Если кому надо веник. Выглянуло солнышко, и все стало намного красивее. В общем, решили поехать на какой-то пляж. В конце концов, мы решили двинуться на пляж, который расположен рядом с нашим кораблем. И тут просто супер красивая дорога. С ним, если точнее сказать, мы с ним поругались, когда он приехал, сказал. Этот пляж находится рядом с кораблями. Мы прошли через очень красивую рощу в течение буквально 2 минут и вышли к пляжу. Лежаки бесплатные. Только вопрос об дождя не было. Зона купания хорошо огорожена. Спасателей там нету, написано. Вот эти лежаки, вот эти, они все бесплатные. А лежаки под зонтиками, они платные. Нет смысла куда-то ехать на пляж, когда здесь, я смотрю, с 2 кораблей большую часть народа пришли именно на этот пляж. Ну вот зона купания. Все прилично, все хорошо, красиво. Вон там она огорожена. Вот этот пляж. Вон там есть риф. А за этим рифом, мне сказали, есть рыбки и кораллы. И я туда поплыву, посмотрю рыбок и кораллов. В общем-то, здесь все бесплатно. Ну вот, накупались. Вон наши кораблики. И не хватит.
крокодил как настоящий. Идем. Снорклинг здесь был отличный. Я не знаю, что там на кинокамере, пока не знаю. Но снорклинг был отличный. Вообще здесь красиво. А вообще Гондурас нам понравился. Вон, канатная дорога. Только куда она ведет, я не понял. А наша дорога ведет на корабль. Все в зелени. Здесь было пасмурно утром. Сейчас здесь очень красиво. Барабанным мамой на въезд в корабль, на входе в корабль. Ансамбль народных инструментов.